Колобок, поехали. Ким, иди сюда. Кимик, иди сюда. Кими, давай. Машин, поехали. Кимка, поехали. Кими, машин. Ну, хорошо. Колобок, иди сюда. Колобок, колбуська, иди, 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 прыгай. Колобок, поехали. Колобок, 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 колобок. Колбуська, иди, мама, иди, моя радость, иди, мой красавец. Колобок, давай, поехали, давай, прыгай, молодец, прыгай, молодец, колобок. Колбуська, умничка. Колобок, 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 иди сюда, малыш, колобок. Колобок, иди сюда, иди, моя радость. Поехали, колобок, колбуська, колобок, поехали, поехали. Колобок, колобок, колобок. Колбуська, иди, моя радость, иди сюда, иди, моя. Колобок, пойдем домой, домой, пойдем. Колобок. Колобок, давай домой. Снимай, снимай. Колобок. Снимай. Снимай, я давай здесь. Я, пойдем. Yes. Поехали, поехали. Нельзя. Сейчас еще возьмем парочку щеночков. Пусть лучатся, ребят, да что делать? Ой, будут рвать, наверное. Так, еще там. Идите, кто хочет. Так, надо супростить, зато, не дай бог, пчел. Есть. Вроде не должны. А, довольные, как будто еще одного может. Пусть бегают, кайфуют. Как будто продали, да, трейлеры? Ой, жесть сейчас будет. Ой, блин, мне кажется, сейчас повырывают. Может, меньше взять кого-то. Может, кого-то вести. Да пофиг, вырвут, вырвут. Погнали, социализация. Нельзя, колобок. Нет. Друзья, вот она, собачка. Ёп-макарё. Слава тебе, Господи. Дай буду глянуть. Тимон Холёси. Холёси, пес. Молитесь. Молитесь. Дети такой холёсенький. Дети такой холёсенький. Ты такой холёсенький. Как твоя лапка? Молитесь. Молитесь, молитесь. Молитесь. Так, чё у тебя с лапкой? Лишь бы не сломанная была, вот чё перешла. Ну как так, а? Подождём ещё пару дней, посмотрим, если не будет наступать. Ну, приеду с гор завтра. Всё равно ничего сейчас не работает. Обязательно отвезём, проверим его. Блин, надо покормить его. Так, сейчас мы организуем покормление. Так, купили окорочка копчёная. Сейчас дадим. Развернулись, едем. Иди сюда, малыш. Его, наверное, звуки петарды еще ночью сегодня сколыхнули. Чик-чик. На. Там просто другие дворняшки. Я боюсь, чтоб не стащили. На, малыш. Дети мои. На. Пойдем, пойдем, иди сюда. Пойдем. Чуть-чуть отойдем, а то они его заберут. Тихо-тихо. На. Давай, малыш, давай. Иди сюда. Ну, на, я подожду чуть-чуть. Блин, отберут, вон уже смотрим. Ну, давай, малыш. Давай,
Извини, малыш, извини. Долбаная резина. Ну, скушай, кушай, кушай. Постою, посмотрю, чтоб поел. Мне времени нет, но... Ох, как хрустит, молодец. Кушает хорошо, малыш, кушай, малыш. Молодец. Будем тебя так откармливать, что ты этой зимой будешь кайфовать, я тебе обещаю. Это через недельку пройдет, зато будешь сытый по жизни. Еще и найдем ручки. Очень умничка. Ребят, выкидывают у нас на трассе, они на хутор прибиваются. Вот 3 месяца я его подкармливал. Ну, просил в магазине, срок сам не давал, думаю, чтобы не подходил, не привыкал. Вот честно, на тот момент, когда вот это случилось, было так. Я просто иду гулять на резинке с мусой. Вы знаете, что муса кобелей не любит. То бишь, если кто-то будет выпендриваться, он не подпустит к себе. Ну, он будет драться сразу. Ну, агрессивных точно, да? И тут лабрадор ходит. Помните, ну, на араба он нападал, этот лабрадор. Он в наглую подходит, он не боится. Я за это только переживал. А люди говорят, ты специально шел этого лабрадора. Да он мне нафиг не нужен. Я просто хочу прогуляться по хутору максимум. С адекватными собаками понюхаться без проблем. Но если я знаю, что агрессивный, я знаю наперед, что это будет драка. Поэтому, говорю, его надо проучить, чтобы он больше не лез. Почему я за него должен под страхом гулять со своими питбулями? Или, допустим, намордник одену, а те будут кидаться на моих питов, а я как дурачок убегать, что ли, собираюсь. Ну, я тоже, да, уважаю своих питов, себя. Поэтому я говорю, что я... Не хочу этого, но этот лабрадор спровоцирует драку. Ну, получит, ну, раз ему, зато будет знать на будущее. Но никак не вот это вот маленькое... Блин. Честно, я вот сейчас ехал в горы, я просто увидел его, блин. Это жесть, конечно. Я когда лапу увидел, что она так висит, я думаю, не дай бог, сломал. Думаю, это самое херовое, не дай бог. Но, знаете, что тут самое, это, что возраст у него заживет, но возраст. Вот многие сейчас не захотят его вдруг взять из-за возраста. А я бы очень хотел, чтобы мы ему нашли ручки. Я все, что надо, я его откормлю. К ветврачу отвезу, как они только откроются, обязательно поедем. Так что вот так, ребят, ладно, такая, чуть съехали с темы гор. Ну ничего, поедем, в любом случае мы поедем. Я взял с собой инструменты, чтобы там порядочек тоже хочу навести. Вот так, малыш. А погладить могу тебя, малыш? Так, пакеты не выкидываю, сейчас я телефон сплю. А чуть-чуть его погладить. Все, почедаил. Давай, малыш, крепись с Богом, чтобы все у тебя зажило. Обязательно, раз он начал выходить, я его буду уже подкармливать. Хоть 3 раза в день, вообще не жалко. Так, все, ребят, погнали, с Богом. И, друзья, кто не знает, резинка сорвалась долбаная. Блин, жаль, что не снял это, а то кто-то думает, я специально сделал. Вот, ну, честно, это вообще... Лишь бы накаркать, как говорится. Кто может специально? Я что, настолько живодер, что ли? Ну, в смысле, такое не должно быть. Вот здесь, вот я шел, а он вот здесь, видимо, отдыхал, говорят продавцы. И он выскакивает, ава-ва-ва-ва. И муса начинает тянуть, перепрыгивает сюда. Ну, перепрыгивает, тот убегает начал, я как бы держу. И у него рвется вот здесь где-то вот. Я вижу, рвется, я честно сначала не понял, порвалась или что, или я отпустил, думаю. Но я сначала не понял, но на самом деле порвалась, там кусок валялся. И он вот так уже его тут догнал, начал. Ребят, честно, поэтому очень жалко мне тоже собачек. Друзья, в любом случае очень много собак и погибает и на дорогах, и ну дворовых, да, тем более. Поэтому, друзья, главное, что теперь он под моей защитой. На хуторе его никто не должен обидеть. Вы знаете, сколько было таких ситуаций, когда
Я вот хозяев предупреждал, говорю, пожалуйста, держите, нападают. Говорю, ну блин, один раз хватит за спину куда-то, ну поломают, убьет собаку. Ну держите вы во дворе своих собак или под присмотром гуляйте, я не знаю, чтоб ну, на крайняк там собаку обезвредить, ну там позвать, отозвать ее. А то я должен за всех думать. В оконцовке их некоторые собаки эти просто полегли здесь вот на этом поле, чтобы были прачные эти собачьи свадьбы и кого-то загрызут. Вот два раза уже загрызли. Понимаете, я хоть хожу, контролирую, но тут осечка произошла, что, блин, сволочь, оторвалась резинка. Если б я знал, что может такое случиться, допустим, что оторваться, я хотя бы, ну, не наделся бы на резинку, бы мусу бы сказал, нельзя. Он у меня такой, что он не будет атаковать. Ну, я просто молчу. В тот раз его атаковали. Он поймал собаку. Ну, прям в наглую окружают нас, атакуют. Поэтому он уже привык, что та с агрессией, та начала гавкать с агрессией, выбежала внезапно. И он же тоже на нее попер. Ну, я думаю, на резинке она оторвалась, сволочь. Имею в виду, если бы я знал, я бы пресекал, ну, пожестче шел. А так, ну, думаю, резинка уже, они тянули, не рвалась, все нормально было. В общем, в любом случае, резинка и даже поводок должен быть крепкий. Голуби летят над нашей зоной, брата. С Новым годом. С Новым, брат. Но, ай, красавчик. Заехал, не позвонил. Сюда тебя вижу, сюда, красавчик, на бодрячке. Взаимно, брат, взаимно. Доеду, собак взял, это в дубы хочу. Ну, в дубы не доеду, уже поздно, блин. А, ты меня снимаешь? Да. Всех с Новым годом, братья, сестры. Горы, горы, а за ними, ними, Армения моя. Кайф, асфальтик. У нас сейчас, ребят, дилемма. Или мы в дубы... Навряд ли уже время уже позднее, пока приедем, уже стемнеет. Или лучше вот доехать там до красивых мест на полпути, погулять в лесу с собачками и обратно. А завтра с утра опять можно стартануть. Только надо рано. Друзья, смотрите, там снежные вершины. Класс, вообще. Так, сейчас мы птичку запустим наверх. Посмотрите, друзья. Какая красивая гора. Сними, своим покажешься, понимаешь? Какая красивая гора. Уже солнце, все, уже заходит, ты представляешь, горы. Так, сзади ход, вам гору показать, гору показать хочу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мост. Тут вот все в машинах. Вот по правую сторону, да. Вон там точнее. Кстати, вот тут сейчас гора будет открываться сзади нас. Ребят, мы тут уже два раза дно зацепили. Это вот все нормально. Машину сносит там, ну реально грязюка, морязюка. Друзья, 1 января 24 год, жесть, мы сейчас опять дно зацепили, там просто не до съемок, когда плохая дорога. А прикол, ребята, я говорю, нам еще обратно, тут тормозишь, АБС срабатывает, жижа. Жесть, вот мы, уже время, 2 часа дня, через час
Насчет темнеть, а мы только доберемся. Ребят, нас уже боком повело. Ну жесть, я говорю, тут Снежана уже в шоке. Друзья, мы кушать толком с собой ничего не взяли. Я говорю, есть что, у нас толстачочек есть, вайт, килограмм 12, он точно весит, на неделю нам его хватит. Он пирожочек к чаю. Шутим, шутим, друзья. Мы просто в шоке вообще, как мы еще туда не приехали в шоке, а еще обратно ехать по темному. Охренеть, ребят, мы тут вафили. Бедные мужчины. Машина проваливается. Речка. Да, вон сзади мы останавливались тогда. На речке. Все это вот уже. О, посмотри, аиста или цапля. Это что? Снежаны шок. Я говорю, я как турист повезу. Пыль чуть сзади. Бомба. Мы Кими как раз не возили вот с Колобком. Ой, все сидят дружно, молча, так спокойно ведутся. Я их вообще как будто без собаки едем. Ребят, верхние дубы. Это вот у брата мы здесь отдыхали. Сэм. Так, ладно, мы едем дальше. Ух ты, баран. Вот здесь, видишь, какие поля. Там речка, мы так гуляем. Гуляли с Альбертом в детстве, здесь с братом проводили. Охотились, блин, писец. Луки делали. Вот начинается вот угол нашего участка. Вот, вот, железо. Вот, вот это. Вон пчелы. Мы тут, правда, заборы сделали. Тут раньше было попросторнее все. Сейчас мы возьмем и пойдем. И на речку пойдем. У нас есть чуть время. Офигеть, мы в дубы. Ни хрена здесь вышку здесь. Слушай, это не. Так. Ладно. Кайф, ребят. Всем привет. Кто нас помнит? Кто помнит эти места? Ну что, выгружаем собак. Какая красивая тачка. Кайф, какие тут места, как я это обожаю. Ребята, вот мое детство вот здесь. И мы делали в речке эти. Во, видите, речка сейчас полная. Она, чтобы вы понимали, зимой раньше выходила с берегов, топила дома. Вот эта речка. Вот мы тут делали эти. Из камня кол делали. Вода останавливалась. Короче, круто, друзья. Это круто вообще. Я самый счастливый, что сюда попал сегодня, 1 января. Ю-ху! Давай, перекурзил.